В немецком Дрездене около 9 тысяч сторонников антиисламского движения «Пегида» вышли на акцию протеста. Участники митинга требовали выдворить из страны беженцев и отправить в отставку канцлера Ангелу Меркель. Она, к слову, накануне в очередной раз заявила, что Германия не сможет принять всех выходцев из Африки и из Ближнего Востока, которые стремятся туда попасть, и призвала к солидарности другие государства Евросоюза. Вместе с тем, по мнению антиисламистов, власти ФРГ прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы остановить поток беженцев. Почему беженцы не просят убежища в одной из тех стран, которые они незаконно пересекают по пути в Германию? Почему они не остаются там? Очевидно, что Германия не должна быть такой приветливой по отношению к нелегалам, чтобы они не просили убежища из экономических соображений. Люди, которые работают в нашем правительстве, ведут нас к европейской гражданской войне. Одновременно митинг в Дрездене провели противники движения «Пегида». Правда, их собралось значительно меньше, всего порядка 250 человек. Без словесных перепалок не обошлось, но прямые столкновения полиции удалось предотвратить.